Стены плач, это западная стена, как называют евреи, самое священное место для всех евреев. И хочу вам сказать, что место действительно имеет очень особую энергетику. Поэтому одни приезжают ради любопытства, а другие по вере. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что каждый человек, который связан с христианством, должен здесь побывать. Потому что это культура, потому что это то, что должно вас отличать от тех людей, которые говорят, что они там крещенные и так далее. Поэтому обязательно надо побывать здесь и поприсутствовать. Это поможет вам приобрести некий больший смысл в вашей жизни. И вы получите действительно настоящую энергетику. Поэтому наблюдайте, что будет происходить со мной через несколько лет. И я думаю, что это будет частично связано с тем, что я побывал возле этой стены.